Утечка газа в Чебаркуле в квартире найдена мертвой семья из 4 человек. Как сообщается, все произошло в одной из квартир в многоэтажке на улице Карпенко. Там обнаружили тела мужа с женой, а также 2 детей 9 и 12 лет. Родные начали беспокоиться, когда долгое время они не могли до них дозвониться. Тогда вызвали полицейских. Служители закона пришли домой к семье и обнаружили в ванной погибшего мужчину. А в комнате нашли тела его жены и 2 сыновей. Известно, что они проживали в доме, где была установлена газовая колонка. Возможно, оборудование было неисправно. Случилась утечка газа, и это стало причиной гибели семьи. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ведется расследование.